Добрейшего дня. Еще один ролик про Омаху. Сегодня мы поговорим про железные дороги. В свое время Омаха, начиная со своего основания, был мощным городом, транспортным узлом. Связано это вплотную с фирмой Union Pacific. Первая мощная станция была построена в 1898 году, Бурлингтон. Приурочена она была к Trans-Missouri Exhibition. Мы еще об этом мероприятии расскажем. Это очень мощнейшая выставка, которая прошла в конце 19 века, 1898 году. Потом в 20-е годы построили вот такую вот новую вот станцию в стиле арт-деко. Это 20-е годы. До конца 20 века она просуществовала как станция по своему назначению, но когда авиасообщение поставило крест на железнодорожных перевозках, вот это замечательное сооружение превратили в музей, железнодорожный музей, ну и там, соответственно, проводятся другие разные интересные выставки. Железнодорожное сообщение через Омаху еще не прекратилось. Мы сейчас проходим по мосту, я покажу железнодорожные пути. Приблизительно два раза в день сюда проходит экспресс, который останавливается здесь и идет в одну сторону до Чикаго, и в другую сторону идет до Сан-Франциско, так называемый калифорнийский зефир. Старая станция Бурлингтон уже практически разрушена. Наверное, у мэрии есть какие-то свои планы на ее реорганизацию. Вот, потому что жалко такое замечательное строение бросать. А новая станция вот великолепным образом функционирует как железнодорожный музей. Вот. И мы об этом расскажем в нашем этом вот ролике. Оставайтесь с нами, узнаете много интересного.